Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Михайло Шейтельман, політтехнолог, письменник, автор та ведучий ютуб-каналу Шейтельман. Михайло, привітаю вас. Да, здравствуйте, Олена. Ну, до речі, ті, хто ще не підписаний на авторський канал Михайла Шейтельмана, зробіть це обов'язково. Так само ми чекаємо на вашу активність під час перегляду цього відео, вподобайки, тематичні коментарі, питання, усе це в коментарях пишіть, будь ласка. Михаил, хочу начать нашу с вами сегодняшнюю беседу с того заявления, которое Путин сделал после встречи с Си Цзиньпином в Казани. Он говорит о том, что российско-китайские отношения стали, цитата, образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Но мы знаем, что Китай со значительными скидками покупает российские ресурсы, нефть, газ. Также Китай поставляет свою продукцию на российские рынки. Но вот юани из России брать не хочет из-за санкций. Поэтому России приходится рассчитываться золотом. Ну, как-то так вот выглядят эти образцовые отношения. Заявление Путина. По вашему мнению, это желание еще больше добиться образцовости вот в этих отношениях, которые сейчас складываются? Ну да, с 1 ноября еще китайцы вроде бы запрещают, насколько я понимаю, ввоз из Китая какой-то продукции двойного назначения, тотально уже запрещается, чтобы не попадать под новые американские санкции. И, кстати, доллары они тоже, евро из России не берут, никакие китайские банки уже не принимают, так что прям образцово, да. Ну, образцово и для кого? На самом деле для Китая это идеальное отношение. Почему нет? Китай получает действительно все, что хочет. Получает со скидкой. Китай получил очень слабого соседа на севере, ведь самая протяженная граница у России, по-моему, с Китаем, а у Китая, наверное, с Россией, я так думаю, я на 100% не уверен, но я думаю, что самая протяженная граница с Китаем, она именно с Россией. Полностью обезопасена она теперь для китайцев, потому что вся армия России стянута в Украину, то есть там дыра на дыре, так сказать, приходи, забирай что хочешь сейчас. Поэтому китайцам действительно очень удобно, Россияне полностью подыгрывают им как угодно, и россияне сегодня выступают всегда в роли просителей. Ну да, это идеал отношений для Китая. То, что это идеал отношений для России, ну теперь так, как мы видим, россияне так считают, ведь их любимый вождь это заявил. Относительно российско-турецких отношений, Financial Times написал о том, что Турция тайно запретила экспорт товаров военного назначения в Россию после предупреждения от Соединенных Штатов. Речь идет о более чем 40 категориях товаров. Ну вот Эрдоган сейчас на БРИКСе. Тут тоже Путин будет говорить о каких-то образцовых отношениях. И скажите, пожалуйста, Эрдоган уже сделал заявление о том, что Турция сейчас заинтересована вступить в БРИКС. А России Эрдоган в БРИКСе интересен? Значит, отвечая на первый вопрос сначала про эти 40 видов товаров, это, к сожалению, только американские товары. То есть речь идет не о турецких товарах и запрете на ввоз, а речь идет о реэкспорте. То, что запрещено действительно турками, это то, что они делали, они отмывали американские вещи, да, покупали какие-то американские, не знаю, чипы, что-нибудь и продавали в Россию. Вот это теперь у них запрещено, потому что за это им позвонили из Госдепа, объяснили, что с ними за это будет. Вот. Теперь по поводу членства Турции в БРИКС. А это не россиянам решать, не России, конечно же. Значит, России выгодна или невыгодна Турция. БРИКС у нас в Украине ошибочно воспринимают как российскую организацию. Вот ошибочно. Причем также это воспринимается не только в Украине, но и во всем русскоязычном мире. Ну, как бы у нас многие говорят по-русски, понимают по-русски. Вот там, не знаю, есть русская диаспора, эмиграция, там миллионы человек в Европе. Они тоже думают, что там, БРИКС – это российская организация. Сами россияне тоже думают, что БРИКС – это российская организация. Но это же не так. БРИКС – это китайская. А китайцы думают, что БРИКС – это Китай, правильно? Они просто думают. Она по факту, конечно же, это китайский союз. Просто китайский. Ну как? Ну нельзя же было сказать про, не знаю, Варшавский договор, что это польская организация, правильно? Ну, понятно было, что это советская. Или там НАТО. Все понимают, что НАТО – это американская организация. Подписано в Вашингтоне, и тогда это американская организация. И никто по-другому не будет думать, что это чья-то. Евросоюз, никто не скажет, что это словенская организация. Все понимают, что это организация Германии и Франции. Ну так, по-честному. Да, дальше все остальное уже. Все остальные хотите, присоединяйтесь. Поэтому это Китай собирает себе сателлитов, называется БРИКС. И так и задумывалось китайцами, и в этом все и состоит. Просто потому, что надо все время смотреть на вес. Ну, просто простая вещь. Вот все время
Там тот же Путин, кстати, постоянно апеллирует к тому, что, смотрите, в БРИКСе собралось там столько-то процентов мирового ВВП. Собралось, кстати, он, кстати, врет, он говорит, что 40, хотя 28% мирового ВВП являются там членами или наблюдателями в БРИКС. Может быть, только членами, сейчас не вспомню. 28%. Но что это за 28%? Если взять весь БРИКС в целом, то 70% от БРИКС – это Китай. 70%. А дальше на втором месте это, по-моему, Индия, на третьем месте Бразилия, на четвертом – Российская Федерация, на пятом – Саудовская Аравия. Ну вот, вот теперь мы понимаем роль, так сказать, России во всем этом. Это если брать по ВВП. Если брать по населению, та же картина. На первом месте Индия, на втором Китай, на третьем Бразилия, на четвертом Россия. Так мало того, еще и отрыв какой, да? То есть из населения БРИКСа, население России составляет 3%, наверное. Понимаете? Может, 4%. Поэтому, конечно, роль России там невелика. Потому что в этом году проходит это все в России, в Казани. Почему? Но это как Венгрия председатель Евросоюза в этом году, в этом полугодии. Да? Никто же не считает, что Евросоюз от этого стал венгерским союзом. Он Европейский союз, а Венгрия временно занимает кресло председателя, как Россия занимает кресло председателя БРИКС временно вот в этом году. Вот, поэтому никто не будет спрашивать Россию, естественно, это все решать будет Китай. Нужно ли там Турция и так далее. Ну а вот дальше теперь ответ на вопрос, нужны ли там кто-нибудь, Турции вообще кто-нибудь. Если смотреть формально на БРИКС, то есть надо же посмотреть, давайте сначала формально посмотрим на БРИКС, что такое БРИКС и чем он занимается вообще-то. Ну вот чем занимается БРИКС конкретно? Он для чего создан? Если на это посмотреть, является ли это экономическим союзом? Нет, вообще не является. Просто не является. Потому что, например, между Китаем и Индией пошлинная торговля, между Китаем и России пошлинная торговля, а между Китаем и Австралией беспошлинная. Потому что Китай и Австралия члены Тихоокеанского союза, который аналог Евросоюза в каком-то смысле. Ну, беспошлинная по каким-то позициям, конечно. Вот. Поэтому это БРИКС не экономический союз. Является ли БРИКС военным союзом? Нет, не является. Тогда каким является-то? Является он по задумке изначально, но инвестиционным союзом. То есть создан он с целью продвижения и увеличения взаимных инвестиций. Вот и все. Теперь вопрос, а сколько произведено взаимных инвестиций в рамках БРИКС? То есть не просто сами там, окей, китайцы что-то инвестировали в Индию без всякого БРИКСа. А сколько сделано в рамках БРИКС? И у меня есть ответ. Потому что его произнес Путин вчера. Вчера Путин встречался с президентом банка БРИКС. Эту девушку зовут, сейчас вспомню как, найду где-нибудь. Вообще она бывшая президент Бразилии. И первая встреча, которая прошла в Казани именно, потому что в Москве он до этого там с эмиратским президентом встречался, а в Казани сначала он встретился именно с ней. И зовут ее Дилма Русеф. Она президент банка БРИКС. Но есть нюанс, значит. Банк БРИКС уже переименовали в банк, который называется New Development Bank. Банк, новый банк развития. Почему переименовали? Переименовала она как раз президент этого банка. Потому что банк БРИКС ассоциировался в том числе с участием России. Там буква «Р» означала Россию. А против российских активов везде санкции. Поэтому люди отказывались брать кредиты в банке БРИКС. Потому что это попасть под санкции сразу. Вот ведь какой нюанс. Пришлось аж банк переименовывать. Эта же госпожа Русеф заявила год назад, что не выдает кредитов россиянам, потому что санкции. Поэтому Россия вложила туда свои деньги, но получить не может оттуда кредит. И вот Путин на встрече с ней, собственно, рассказал, какой объем инвестиций-то взаимный. Он сказал, смотрите, огромные достижения. За 3 года в рамках БРИКС проинвестировано 33 миллиарда долларов. 33 миллиарда долларов. Это вот сумма зафиксировали, да? Сейчас скажу, за 6 лет. Значит, 33 миллиарда долларов за 6 лет – это 5,5 миллиарда долларов в год. То есть весь БРИКС, вот весь объем сделок внутри БРИКСа – это 5,5 миллиардов долларов в год. Ну, теперь вспомните, что такое 5,5 миллиардов долларов в год. Ну, для сравнения, там, мы за последний месяц получили больше военной помощи, да, Украина, чем весь БРИКС стоит вообще в году. Вот, поэтому пока непонятно, в чем смысл БРИКС. В смысле, мы набираем новые страны, спасибо. Которые что получат? Ничего. Которые получат какие-то права? Нет. Которые что, приедут потусоваться красиво? Да, в Казань. Там икрой накормят, это хорошо. Но очевидно, что китайцы будут пытаться что-то сделать с этим БРИКСом. То есть, ну, что-то другое.
Что они будут пытаться с ним сделать? Простого ответа нет. Потому что Иран, который новый свеженький член БРИКС, сегодня заявил, что, ну, предложил, чтобы целью БРИКСа было избегать санкций. То есть пытаться обходить вместе, давайте вместе обходить санкции. Но мы видим, что Турция, наоборот, поддерживает санкции. Китай, ну, де-факто, да, ограничил передвижение товаров в рамках санкций. То есть не годится идея. Путин предлагал сделать единую валюту. Эта идея была отвергнута еще на предварительных заседаниях, потому что, ну, кто же с россиянами сделает единую валюту, которая тут же окажется под санкциями. Поэтому пока непонятно. Послушаем, что они скажут. Все-таки у нас есть два дня, сегодня-завтра, когда, в общем-то, и будет определяться, что это за БРИКС такой и с чем его едят. А Эрдоган туда стремится, потому что Турцию в ЕС не берут? Или еще какие-то мотивы есть? Нет, это официальный его рассказ про не берут в ЕС. Но Эрдоган и не хочет в ЕС. Эрдоган же, собственно, тот самый человек, который остановил путь вступления Турции в ЕС де-факто. Давно уже это было, я уже не помню, когда там, в 90-е еще годы, по-моему, будучи, по-моему, премьером, он все остановил. Поэтому у них нет каких-то прям устремлений быть членом Евросоюза. Им это невыгодно. Они ведут такую интересную политику независимую, что, в принципе, Турция, она самодостаточная штуковина, достаточно большая. И, похоже, сейчас, в моменте, им как-то это оказалось невыгодно. А нет, они идут в БРИКС, все идут, и мы пойдем. Ну, а что не посидеть, я же говорю, корочку покушаем там в Казани. В принципе, туда же вступают все, кому не лень. Посмотрите, Эфиопия, Шри-Ланка. Вон, Беларусь, и Беларусь туда берут. Просятся, ну, да, тоже рассчитывают, что вступят. Да. А, скажите, пожалуйста, Михаил, а как вы считаете, а каковы мотивы приезда Гутерреша на этот БРИКС? Многие говорят о том, что он подыгрывает таким образом Путину. Вы, видимо, очень добрый и мягкий человек, когда вы говорите слово «подыгрывает». Потому что Гутерреш своим визитом совершает, становится соучастником тяжких преступлений. Гутерреш вообще-то глава ООН, насколько мы помним, правильно? А Международный уголовный суд, он действует в рамках ООН в Гааге. Международный уголовный суд, то есть орган ООН, объявил Путина в розыск и требует его выдать. А Путин скрывается от правосудия. Зафиксировано Международным уголовным судом, что Путин ворует детей, что он украл десятки тысяч детей. И сейчас продолжает заниматься этим. Это все зафиксировано как факты уже. А председатель, он в это время едет к Путину. То есть к важному международному преступнику, который скрывается от правосудия. И ведет с ним какие-то разговоры. Явно не о том, что сдавайтесь, господин Путин. Да, иначе бы он сказал, приехал бы там с группой захвата и арестовал бы Путина, все бы понимали. Но нет. И вот у меня прямая, простая аналогия возникла такая. Вот представьте себе, что, не знаю, разыскивают Чикатило, который насилует и убивает маленьких девочек. А к нему в гости приезжает директор Интерпола. Чайку попить. И говорит, ну как, насилуешь? Да, говорит, насилую. А что сейчас у тебя? У меня в подвале сейчас пять там сидит. Вот как раз перед тем, как с тобой чай пить, пошел, изнасиловал, сейчас пойду еще. И директор Интерпола пьет чаек и уезжает. Приехал, говорит, просто с днем рождения поздравить заехал. Вот так ведет себя сегодня Гутерреш. Вы знаете, 2-3 недели назад в Израиле объявили Гутерреша персоной нон-града в Израиле. Ввели санкции против него фактически. Потом, когда мир что-то там попытался возмутиться, министр иностранных дел Израиля, господин Кац, сказал, нет-нет, мы подтверждаем, что ему запрещен въезд в Израиль, потому что он поддерживает Хизбаллу и Хамас, господин Гутерреш. Вот Украине самое время хотя бы поднять вопрос об импичменте Гутерреша, возможно, завести уголовное дело, как за соучастие в краже детей против Гутерреша, потому что, ну куда дальше-то? Дальше как бы это полное обессмысливание такого органа, как ООН. И это, еще раз говорю, соучастие в преступлении, то, чем занимается Гутерреш. И найти объяснение хоть какое-то, кроме того, что ему просто дали за это денег, я найти не могу. Он старый человек, он, видимо, решил умирать и хочет завещать эти грязные кровавые путинские деньги своим внукам. Вот, я думаю, его единственный резон. Других я не вижу. Ну, кстати, напомним нашим зрителям, что в апреле 22 года, когда Гутерреш был с официальным визитом в Киеве, он как раз попал под ракетный обстрел, которому подверглась украинская столица с российской стороны, но, тем не менее, вот видим его такую реакцию и позицию. Смотрите, Лула да Силва, ну, вообще история с ордером на арест от Международного уголовного суда для Путина достаточно чувствительная. На G20 он не едет.
сказал о том, что, мол, вокруг этого будут все разговоры, зачем же мешать работе форума, с Лула да Силва у нас хорошие отношения. Ну вот, можно было бы обойти какими-то там документами этот ордер на арест Муса, но вот решил Путин не ехать. Но Лула да Силва не приехал на БРИКС. Вы верите в то, что действительно, ну вот, серьезная такая вот проблема с этим его ушибом? Или все-таки, знаете, некоторые аналитики списывают это на дипломатическую болезнь? Как Лукашенко когда-то. Ну, это в чистом виде выглядело как дипломатическая болезнь, потому что она случилась в самый нужный момент. Не только в момент, когда начинался саммит, он мог бы и просто как-то раньше под каким-то благовидным предлогом отказаться. Но нет, это все случилось после пятничных событий. В пятницу, напомню, началась программа БРИКС, еще не сам саммит. Но в пятницу прошлую съехались журналисты из стран БРИКС. И была пресс-конференция Путина журналистам из стран БРИКС. А среди стран БРИКС есть демократические страны, а не только тоталитарные. Поэтому приехали журналисты из Индии, журналисты из Бразилии, из свободных стран, я думаю, из Турции, тоже свободная страна. И стали задавать ему вопросы, как журналисты свободных стран. А Путина понесло, он впал в некую панику из-за этих вопросов, потому что его спросили про ордер Международного уголовного суда в Гааге. И он начал придумывать всякие истории, почему он не едет в Бразилию. Что, дескать, вот там не хочу портить бал с пухшим ухом и так далее. И в том числе сказал, что мы же могли очень просто обойти решение Международного уголовного суда тем, что подписать с Бразилией двусторонний договор и так, и, как говорится, вот именно смошенничать и обойти решение Международного уголовного суда. То есть Путин публично предложил Бразилии вступить в преступный сговор и подписать фиктивный договор только для того, чтобы он ушел от правосудия. И в этот момент представьте себе Бразилию. Бразилия – страна демократическая. Там свободная пресса, там свободные выборы. Что было бы с Лулой де Сильвой, если бы после этого заявления он поехал к Путину? Он сказал, Лула де Сильва поехал продавать нашу независимость, поехал заключать фиктивные договоры с Путиным, с опасным преступником, вот пресса бы сожрала с потрохами Лулу де Сильву после этого пятничного заявления Путина. Он однажды уж такую ошибку совершил, Лула де Сильва, год назад сказал, что Путин сможет приехать на саммит G20, мы его не арестуем. А потом был вынужден извиняться, просить прощения, что он взял на себя слишком много, что это не его компетенция, что это прокуратура будет решать, арестовывать Путина или нет. А сейчас заранее идти в лапы к Путину, который сдал всю банду, понимаете, он сказал, а мы фиктивный договор заключим. Поэтому Лула как бы и отменил этот визит, в срочном порядке отменил. Михаил, ну это какое-то дежавю. В прошлом году, кажется, ЮАР думала о том, чтобы менять там какое-то законодательство, чтобы Путин приехал на саммит БРИКС 15, да, он проходил в ЮАР. Но в самый последний момент, как было заявлено, по взаимной договоренности Путин туда не поехал. То есть даже ЮАР, который лоялен к нему, решил не подвергать себя таким рискам. Собственно говоря, как и Лула да Силва. Нет, ЮАР не может быть лоялен к нему. ЮАР тоже демократическая страна, вот ведь какая беда. У Путина беда с демократическими странами, потому что в демократических странах есть институт, с кем договариваться-то. С президентом Рамафосой договоришься, а он завтра не президент, а прокурор выпишет ордер, и все, и у президента не спросит ни в коем случае. Заметьте, вот все эти игры с Путиным уже стоили Рамафосе большинства в парламенте. Ведь Рамафосу избирал, насколько я помню, парламент, по-моему. И в прошлом году, в этом году уже, прошли выборы в парламент ЮАР. И впервые в истории ЮАР, с тех пор, как пал режим апартеида, впервые партия Африканский национальный конгресс не смогла набрать абсолютного большинства. Это впервые. Основал эту партию еще Нельсон Мандела. Я не знаю, кто ее основывал. Ее символом является Нельсон Мандела, который после освобождения из тюрьмы и падения режима апартеида стал президентом ЮАР и так далее. Лауреат Нобелевской премии. И вот он возглавлял Африканский национальный конгресс. И все годы до этого года, до 2024, а падение апартеида – это, грубо говоря, 90-й год. То есть 44 года наследие Нельсона Манделы было живо. И вот Сирил Рамафоса его прощелкал, это наследие, поигравшись с фашистскими диктаторами, такими как Путин. И это ему стоило поражение на выборах. Он сейчас сформировал уже коалицию. То есть это уже не правительство Африканского национального конгресса, это коалиционное правительство, о чем он, кстати, вчера на разговоре с Путиным
предупредил, он сказал, у нас там коалиционное правительство. Он, это было вступительный разговор с Путиным. С чего бы вдруг он про это отчитывался Путину? Я так намекаю, думаю, что он намекал, что я, братан, больше для тебя ничего сделать не могу. Помощник Путина Ушаков говорит о том, что Россия приветствует китайско-бразильскую инициативу по Украине, которая предусматривает окончание войны по линии фронта и считает ее полезным. Якобы, по словам Ушакова, Путин со всеми членами БРИКС эту инициативу обсудил, даже с Лулой да Силва, который не смог приехать, вот в телефонном формате обсудили они. Ну и Ушаков ранее, накануне вот этого заявления, сказал о том, что согласовано общее заявление по Украине, которое войдет в итоговую декларацию саммита. Интересное заявление. Ну, а что такое эта итоговая декларация? Допустим, вот на саммите присутствует Эрдоган, который с 20 по 22 октября встречался с украинским министром иностранных дел и в очередной раз подтвердил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Но вот как Эрдоган тот же, допустим, будет подписывать это коммюнике? Во-первых, это будет финальный коммюнике БРИКС. А Эрдоган, Турция пока не является членом БРИКС, поэтому весьма вероятно, что это будет. Если, допустим, вступит. Пока нет. Поэтому это можно делать без Эрдогана, это раз. Но суть в другом. Значит, вот этот план Бразилии и Китая, к сожалению, мало кто читал. Правда же? А я читал план Бразилии и Китая. Там нет пункта о том, что какие-либо территории отходят Российской Федерации. Там нет пункта о том, что прекращается огонь по нынешней линии размежевания. Таких пунктов там просто нет. Мы это все додумали. Ну, в смысле, это вот в процессе разговоров кто-то додумал. Этого всего там нет. Там, ну, не цитирую точно, но примерно в чем суть. Во-первых, из 6 пунктов, которые в нем есть, там 6 пунктов. 4 из них вообще про что-то, про какое-то светлое будущее. Что все должно быть потом хорошо, что надо развивать атомную энергетику, бла-бла-бла-бла. А вот конкретные пункты, касающиеся войны и ее прекращения, звучат так, что надо предпринять максимальные усилия, чтобы остановить огонь. Понимаете? Максимальные усилия предпринять все должны. Вот и все. Не в смысле прекратить огонь по этой линии размежевания, там ничего такого не написано. А предпринять максимальные усилия. Соответственно, если Украина приходит и говорит, ну что ж, мы считаем, что максимальными усилиями будет, ну, например, вывод российских войск с территории Украины. Это же усилие, оно максимальное, и оно прекратит огонь автоматически. Там нет слов ни об аннексии, ни о признании, ни даже, еще раз подчеркну, о прекращении огня по нынешней линии размежевания. Просто этого нет. Поэтому, когда мы увидим декларацию БРИКС-саммита, ну, надо будет с ней ознакомиться и сказать, что в ней сказано. Ну, во-первых, в ней точно не будет сказано, что какие-либо территории отойдут россиянам. Там такого сказано быть не может. Туда, в конце концов, генсек ООН приехал. Я понимаю, что ему денег дали, но устав ООН, финальная декларация саммита БРИКС должна соблюдать как-то. Поэтому там такого не будет. В худшем для нас, самом отвратительном случае, там будет написано прекратить огонь по там, нынешней линии размежевания. Но, скорее всего, и этого не будет сказано, потому что Индия тоже на такое не подписывалась. И Индия тоже не ходит, у нее тоже есть спорные территории, много чего. Поэтому, скорее всего, там будет вот это, что мы за все хорошее против всего плохого. Что-то в духе того, что вчера сказал на этом саммите, встречаясь с Путиным, премьер-министр Индии. Он же там высказался как раз единственный, именно по нашему, прям по нашей войне, и сказал он там несколько интересных вещей. Вот я вам так, я прямо процитирую даже вам. По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте, сказал премьер-министр Индии. Но заметьте, да, вот в формуле в этой сказано между Россией и Украиной. То есть не конфликта в Украине, как сказано в китайских планах, а конфликта между Россией и Украиной. И это говорит премьер-министр Индии. Поэтому, если они смогут прийти к какой-то единой формулировке, то она будет абсолютно абстрактная, максимально расплывчатая, ничего конкретного в ней не будет. Си Цзиньпин тоже сделал заявление. Он говорит о том, что необходимо добиться скорейшей деэскалации, отказаться от политики подливания масла в огонь, твердо придерживаться трех принципов. Не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации, не допускать провокаций, усиливающих напряженность. Читается ли тут, ну, то, что называется последнее китайское предупреждение Путину? Что касается, допустим, агрессивной ядерной риторики, которая время от времени появляется? Да, в общем-то, вот ровно эти три пункта он уже озвучил. Прямо он озвучивал. Их я сейчас не вспомню, кстати, в
какой институции это происходило, но это прям было. Почему я помню про вот то, что вы сказали, прямо эти пункты. Значит, не допускать действительно расширения территории, эскалации и провокации. То ли это он говорил, то ли это говорил его вот этот помощник по войне, министр иностранных дел. Но ну что такое не допускать провокацию? Что такое провокация? Что такое провокация? Стрелять по Украине – это провокация? Убивать украинцев – это провокация? А убивать россиян – это провокация? Ну, это же абстрактный язык такой, да? Не допускать эскалации. Что такое эскалация? То, что приезжают северокорейцы – это эскалация, но это эскалация, правильно? Не увеличивать территорию, ну, типа, давайте воевать где? Вот только вот эту вот зону сейчас нарисуем, то есть Курская область, Крым – вот это зона, а другое не зона. А вот смотрите, а мы стреляли уже по Казани, например. То есть Казань – это зона, правильно? По Казани можно. То есть это общие слова, которые вообще ничего за собой не несут, и мы их забудем, и они никак не повлияют на исход войны и на ход ее тоже. Пентагон подтвердил переброску военных КНДР в РФ. На прошлой неделе они изучали этот вопрос. Вот сейчас подтверждают. Что дальше, как считаете? Ну вот это важно, потому что буквально вчера или позавчера Ллойд Остин сказал, находясь в Неаполе, что нет, что мы не можем подтвердить. Но что он именно сказал? Он сказал, мы не можем подтвердить, что северокорейские войска переброшены в Россию с целью участия в войне против Украины. Вот сейчас надо будет посмотреть формулировку. Просто переброшены или переброшены с целью участия в войне? Это разные вещи. Переброшены, в смысле, они там учения проводят в Волгограде, во Владивостоке, или переброшены, чтобы воевать? Если они говорят, да, переброшены, чтобы воевать, то тут Белому дому придется принимать решение. Тяжелое решение. Объявлять ли Северную Корею участником войны? Потому что если Белый дом признает, да, Северная Корея участник войны, то у этого есть политические последствия. Против Северной Кореи есть санкции со стороны ООН, и США будут обязаны приводить санкции в действие. То есть, по большому счету, они будут обязаны либо вступать в войну, либо наносить удары по Северной Корее, если Северная Корея принимает участие в войне как государство. Вот это сейчас будет такое важное политическое решение. И, кстати, принимать его придется на фоне, как мы понимаем, выборов в США, что особенно придает пикантности этим событиям. Не принимать никаких решений, так вам Трамп сейчас скажет, а вот если бы я был сейчас президентом, я бы сейчас нанес удар прямо по Ким Чен Ыну, правильно? И попробуй докажи, что это не так, да? Если вы про сторону Байдена и Камалы Харрис. Ну, кстати, да, он уже тут заявлениями о том, что бомбил бы Москву, отметился. Да. Как вам, кстати, реакция Кремля на это все? Кстати, да, он, видимо, не сказал, что он бомбил Пхеньян, потому что он не знал, как называется столица Северной Кореи, я думаю, да. А какая реакция Кремля? Говорит, ничего не было такого, да? Ну, Медведев сказал о том, что очень всегда лоялен в разговорах, Трамп был, и такой ну, прям да, да. Ничего был, подобного не было. А они, кстати, все время говорят, что ничего подобного не было, когда их тычут носом. Это тоже стандартная их реакция. Но им не повезло, что на Западе свобода прессы, и на Западе может выйти президент и сказать все, что все как есть. Им с этим тяжело. А главный вопрос доверия. Кому? Да, Трампу, может, не сильно многие доверяют. Но Путину-то верит еще меньше, а уж Медведеву-то вообще ноль. Поэтому россияне потеряли доверие. У мировой прессы, я сейчас имею в виду, у мировой прессы реально потеряли. Поэтому что они говорят, мы с вами еще как-то читаем, западная пресса уже этого не перепечатает. Еще один вопрос. Дата выборов президента Республики Беларусь уже назначена, и это 26 января следующего года. Ранее говорили о том, что, скорее всего, на февраль перенесут с лета, но вот тут значится дата 26 января. Почему спешат? Понять с ними. Там же какие выборы? Это вообще смешно. Ну, в смысле, ну, в голове что-то, не знаю. Занят был день рождения у кого-нибудь, у Коленьки, там, у сына президента в этот день, поэтому не могли. Ну, там вообще без разницы. Им все равно, когда проводить выборы. Там все под абсолютным контролем, там никто никаких выборов проводить не будет. Заметьте, если в 2020 году они вынуждены были там... в 2015 году они фальсифицировали результаты, то есть вбрасывали какие-то бюллетени там и так далее. В 2020 они уже не считали бюллетени, они их просто сожгли. И сказали, что все сгорело в тот же день. Поэтому, ну какие? Сейчас они даже печатать не будут эти бюллетени. Какая разница, какого числа в Беларуси выборы? А вот это вот заявление о том, что Кремль пообещал отправить силовиков в Беларусь, если после выборов вспыхнут протесты.
Там ничего не вспыхнет. Тоже просто заявление Грызлова. Конечно, можно успокоиться, ничего там не вспыхнет, там некому вспыхивать. Там полстраны уехало, полстраны реально, понимаете? Миллионы людей за последние 4 года, 5 лет уже, покинули Беларусь. Миллионы. Там было 10 миллионов населения, сейчас 6 осталось. Все трудоспособное население практически покинуло страну. Поэтому кто там должен восставать? Колхозники? Так они не знают, что у них выборы. Все, кто должен был восставать и протестовать, они все уехали. Там нет страны уже, все, она пустая. Ну, ее, может, россиянами сейчас будут заселять, как любые оккупированные территории. Что ж, следим за развитием событий. Михаил, благодарю вас, что нашли время и возможность своими мыслями поделиться с нашей зрительской аудиторией. Всегда вас рада видеть на нашем YouTube-канале. Спасибо, Алена. До свидания. Я традиционно ще раз закликаю наших глядачів, якщо не підписані на авторський канал Михайла Шепельмана, обов'язково це зробіть. Ну і чекаємо в коментарях вашої реакції на цю розмову.